Европейский фонд Research Fund выделил стартапу 2 миллиона долларов. Как сообщает CoinDesk, блокчейн-платежный стартап Billion Group из Великобритании получил 2 миллиона долларов от исследовательской программы Европейского союза Horizon 2020. Компания занимается разработкой платежных решений на основе распределенного реестра DLT. Billion Group планирует пустить полученные средства на разработку решений e-commerce и монетизации контента. Тадеуш Куропатвинский, управляющий директор Billion Group, отметил, что монетизация контента и платежи e-commerce станут основными факторами, лежащими в основе глобального спроса на микроплатежи.